Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Warcraft 3 какой-то там хаос. Мы играем за орков. Вторжение на Калимдор. Давайте боевые топоры. Посмотрим. Ой, блин, это же к ним надо пробиваться сейчас, как я помню. Если это, конечно, да, миссия. Есть просто миссии такие муторные такие. Мы уже неделю тащимся по этим пустошам, а драться приходится лишь с какими-то жеребцами да свинолюдами. Где настоящие враги? Да, скука и пляски. Настоящие враги за компьютером, нахуй. Нам осточертели. Но мы будем двигаться дальше. Мы должны увидеть Оракула. Как скажешь, вождь. Смотрите. Там воины клана боевых топоров. Они дерутся с людьми. Что? Локтар воины. Поможем Задири. Мерзкие орки. Как вы посмели ступить на эту землю? Побереги глотку, человечишка. Она тебе еще понадобится вопить погромче, когда я начну отрывать тебе руки. Господи. Духи не знают усталости. Займемся этим. Час пробил. Да. Хорошо. Духи не знают усталости. Чего хочешь? Так. С удовольствием. Да, такая бесячая тоже, кстати, миссия бесячая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В бой, Ром! Что, черт возьми, происходит? Как вообще здесь оказались эти людишки? Да примерно так же, как и мы, братишка. Кстати, их вождь — девчонка по имени Праудмур. Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север. Значит, придется идти по перевалу, перекрытому ее войсками. Наши охотники разведают обстановку, а мы пока разобьем лагерь. Реально бесячая миссия такая. Тоже. Как скажешь, вождь. Хм. Да. Да. Ой, блядь, да что с вами будешь делать-то? Дело сделано. Так. Чего хочешь? Дело сделано. Сделаю. Дело сделано. Да. Трон. Нужно золото. Да-да, чего хочешь. Давай. Бесячая миссия нахрен. Угу. Ой. Да. Меня, сука, бесят такие немножко миссии. С удовольствием. Духи не знают усталости. Ну, давай посмотрим, что у тебя. Дабу. Да. Хм. Дабу. Дело сделано. Да. Дело сделано. Угу. Командир, в округе замечено множество людских лагерей. Еще мы нашли мастерскую гоблинов, хорошо защищенную с севера. Интересно. Если нам удастся без лишнего шума добраться до гоблинов, мы сможем нанять их дирижабли и пролететь над перевалом. Да. Все верно ты говоришь. Да-да, дело сделано. Да. С удовольствием.
Будем делать вот сюда дома. Так. Займемся этим. Посмотрим, что быстрее сделаться нахрен. Да, это не нежить и не эльфы нахрен. Дело сделано. Дело сделано. Хорошо. Моя жизнь принадлежит Арте. Больше ждать не могу. Людишки должны быть уничтожены. Вождь, клан боевых топоров нарушил твой приказ и напал на людей. Проклятье. Остается только одно — драться. Усилить оборону. Задирать. Да вот именно, что он гандон, блядь. Угу. Хорошо. Ничего с этим не поделать, нахрен. Орде. Я вождь. Вот, как сказать, немного добивать такой вот... Да, я даже не знаю, как объяснить это. Исследование завершено. Погиб герой нашим союзником. Да? Да, Бу. Дело сделано. Да. Моя жизнь принадлежит Орде. Дело сделано. С удовольствием. Чего хочешь. Хорошо. А, все, 90 сделано. Постройка завершена. Хозяин, Сквобу, нас атакуют. С удовольствием. Дело сделано. Вот Таругар. Моя жизнь принадлежит Орде. Я вождь. Давай. Исследование завершено. Лотаругар. Угу. Нас атакуют. Дело сделано. Хорошо. Да? Дело сделано. Моя жизнь принадлежит Орде. Хозяин? Глоктар. Духи не знают усталости. Чего прикажешь? Смотрим, давайте на разведку отпустим его. Так. Моя жизнь. Он где-то здесь. Так, 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 так. Исследование завершено. Чё надо, хозяин? С удовольствием. Угу. Хорошо. Хозяин, Сквобу. Моя жизнь принадлежит Орде. Да. Так. Дело сделано. Сделаю. Чего? Я вождь. За честь. За честь этого клюма. За прощай, нормал. Чё надо, хозяин? Да-да. Вождь, клан боевых топоров напал еще на один людской лагерь. Да вы запарили, блин. Только геморрой добавляйте нахрен мне. Вечный бой с людьми. Дело сделано. Час пробил. Дело сделано. Я вождь. На. Займемся этим. Вот так. Никто не уйдет.
Дьяво! Лохтаругар! За честь! Давайте, прокачивайте, прокачивайте дело меня! Сделано. Займемся этим! В бой! Сарду! Лохтаругар! Исследование завершено! Дабу! Давай! Займемся этим! Дело сделано! Духи не знают усталости! За честь! На! Лохтаругар! Давай! Бей его! Час пробил! Так, ну пока, ладно. Угу. Хорошо. Чего хочешь? Да что делать? Напали. Так, повоевали, пришли сюда. Нас атакуют. С удовольствием. Все. И обратно. У нас-то нету здесь такого ничего. Чего прикажешь? А? Духи не знают да. усталости. Давай. Лохтаругар. А он бессмертный пока, да? Духи не знают усталости. Чего прикажешь? Дело сделано. Я вождь. Лохтаругар. Хозяин. Дело сделано. Время убивать. Давай. Что надо, хозяин? Хорошо. Чего хочешь? Нас Господи, атакуют. Господи, что я хочу? Что я хочу вам не понять? Да. Духи не знают усталости. Чего прикажешь? Давай. Город напали. Я вот. Духи да. не знают усталости. Нас атакуют. Займемся этим. Духи не знают усталости. Давайте добьем уж город этот вот. Чтоб их здесь не было. Никто да. не уйдет. Я вождь. Займемся этим. Так, на ладно. Хрен напали. На вас. Угу. С удовольствием. Да. Лохтаругар, я вождь. Да. На. Конечно, захренаш их. На наш город напали. Дело сделано. Дело сделано. Молодцы, выстояли. Так, смотрим, что у нас получится, конечно. Ничего не обещаю, блять. Вы кактусы-то не рубите же, ни хрена. Герой наших союзников. Дело сделано. Не знают усталости. Чего прикажешь? Лохтаругар. Дело сделано. Хм. Да. В бой! Час пробил. Все, продолжайте. Улджин будет отмещен. Угу. Так.
Да-да. Чё надо, хозяин? Хорошо. Угу. Зул-Джин будет отмщён. Я, вождь. Никто не уйдет. Ай-яй-яй. Кого убить? Прольется кровь. Зул-Джин будет отмщен. Нас атакуют. Займемся этим. Хм. Я вождь. Да. Да. Лохтар-Угар. Чё надо, хозяин? Зул-Джин будет отмщен. Дело сделано. Сделай. Давай. Займемся этим. Хм. Я вождь. Дело сделано. Дабу. Ой. Это да. Из-за того, что я напал. Дело сделано. Дабу. Зул-Джин будет отмщен. Угу. С удовольствием. Да. Хорошо. Лохтар-Угар. Дабу. За честь. Нас атакуют. Лок-Нрош. На. Всех этих лошадей нахрен сейчас. Да. Дело сделал. Час пробил. Чего хочешь? С удовольствием. Давай. Сейчас еще одну построю. Займемся этим. Я вот. Дело сделано. Чего хочешь? Дело сделано. Да-да. Займемся этим. Чего? Духи не знают усталости. Давай, проходи. Дабу. Что прикажете? Так и сделаю. Лохтар-Угар. Блин, близкий. Дело сделано. Держи наших союзников. Зул-Джин будет отмщен. Чего хочешь? Да-да. Духи не знают усталости. Я вот. Давай. Вот так. Зул-Джин будет отмщен. Так, здесь у нас что? Нормально, самоуничтожать. Чего хочешь? Хорошо, что надо, хозяин? Будет отмщен. С удовольствием. Давай. Дело сделано. Где-то у нас. Дело сделано. Зул-Джин будет отмщен. Займемся этим. Да. Духи не знают усталости. А? Три туда. Говори, вождь. Не проблема. А это сюда. Сейчас, подожди, не проблема. Оно-то не проблема, не проблема, это я и без тебя знаю. Чего хочешь? Ой, проблема-то совершенно в другом. Да-да, да. Хорошо.
Я вождь. Дело сделано. Духи не знают усталости. Лохтар-Угар. Давай. За честь. Я вождь. Духи не знают усталости. Чего хочешь? Да-да. Строй. Да. Сделаю. Так. Дело сделано. Чего хочешь? Дело сделано. Да-да, да. С удовольствием. Давай. Таругар. Нас атакуют. Кого убить? Давай. Я вождь. Никто не уйдет. Духи не знают усталости. Дело сделано. Нас атакуют. Давай. Займемся этим. Давай, сейчас расхреначим здесь все. Я куда пойдем? Кого убить? Все, что пожелаете. С деньга. Давай. Вот так. Что, сильно напали? Чего хочешь? Да-да. Нас атакуют. Нормально, сейчас их захреначат-то. На. Давай. Погиб герой наших союзников. Вот так. Угу. Нас атакуют. С удовольствием. Да. Так, а ты у нас чего выстоял? Хорошо. Дело сделано. На. На наш город напали. Духи не знают усталости. Вот так. Нас атакуют. Давай. Чего хочешь? Да-да. Угу. Дело сделано. С удовольствием. Духи не знают усталости. А? Давайте так начинаем. Нас атакуют. Че надо, хозяин? На наш город напали. Да-да. Угу. Хорошо. Да-да. Здесь нельзя строить. Сейчас. Построим две башни нахрен.
И я вождь. Дело сделано. Локтар-Угар. Дабу. Духи не знают усталости. На. Дело сделано. Займемся этим. Я вождь. Так, зелье лечебное. Дело сделано. Смотрим. Духи не знают усталости. На. На наш город напали. Так. Я вождь. Локтар-Угар. Так. Наш город напали. Духи не знают усталости. За честь. Давай. На наш город напали. Локтар-Угар. Некуда класть. Так. Свиток исцеления. Займемся этим. Наш город напали. Ага, вот оно что, Михалыч. Так. Куда пойдем? Прольется кровь. Ну-ка. Я вождь. Свиток исцеления. Этим. Локтар-Угар. В бой! На. Дабу. Да. Никто не уйдет. За честь. Да. Дабу. Так. Дело сделано. За честь. Кого куда пойдем? Все, что пожелаете. О, блин. Да, ладно. Че надо, хозяин? Я вождь. Да. Давай. Что прикажете? Куда пойдем? Эсдинго. Давай. Сам виноват. Прольется кровь. Выносим с больших, начинаем. У кого урон больше? Сам виноват. Прольется кровь. Займемся этим. На. Час пробил. Что прикажете? Эсдинго. Так. Духи не знают усталости.
Сейчас это зажим. Повышение ловкости на один, а это что у нас? На два. Я ничего не боюсь. Да. Давай-ка сюда. Нас атакуют. Займемся этим. Так. Я вождь. Дело сделано. Локтаругар. Локтаругар. За честь. Основное задание выполнить. Державли. Блин, а я думал, там еще на державлях нападать надо. Отлично. К утру мы уже доберемся до каменного когтя. Настоящий воин просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, Гром, выжил из ума? Я тебе отдал четкий приказ оставить людей в покое. Что, черт возьми, с тобой происходит? Он еще мне нотации читать будет. Щенок! Эти слизняки заслуживают смерти. Разве ты не чувствуешь, Трал? Это совсем как тогда. Как будто где-то рядом демоны. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов, но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. Прости, Трал. Ты прав. Я справлюсь с собой. А если нет, Гром, я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и построй для нас лагерь. Вернувшись от Оракула, я найду вас. Да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Миссия, да, немножко бесячая. Ну, она вполне проходимая. Просто времени надо было чуть больше, если бы без пароля. Надо было бы побольше времени просто. Просто прорваться туда. И все. Не уничтожая город. Пока.